Рискованная была передача, но все-таки она прошла и закончилась в итоге. Игроки. Игроки Мемфиса. Но пока трехи не заходят. Итак, еще одна треха. И вот еще одна двуха от Агафонова Павла. Но на подбор. Пытается продавить Зайцева. В итоге на Маргунова. Маргунов! Маргунов! И Шабалин, ваш штрафник исполняет сейчас. А, кстати, сейчас мини-преимущество еще организовалось со стороны Торонто, плюс 6. Все больше и больше наращивается преимущество, но тем не менее пока. Ничего не понятно. Коне не удается ему добавить. А это стремительный уже Зайцев из трехи. Так, не очень сложно, не получается отдать. И быстрый отрыв. И в этот раз заходит. Заходит сейчас. Принца, а тот проник. Проник передачи на Зайцева. Дальше Бастрон, Илья. Илья! Не получается. Но тут же Маргунов. Вот он. И Будревич. Со своей длиннющей бородой сумел все-таки мяч перехватить. Но тут же опять потеря. И догадки. Кому менять? А это Ольховский. На Баса. Пытается раскатать. На нулевого это Воинов. Элван! Вот, а догадки тем временем будет удовлетворен двумя штрафными в виде компенсации. И заходит первая цель от Гадатнина. Агафона! Перестали игроки Торонто как-то из-под кольца эффективнее гораздо заигрывать. Беляев один против всех! Вот! Прямую! Но Беляев все-таки нашел прямую к противоположному кольцу и добавил передачу. Через Баганова дальше на Бастрона. Бастрон! Два! Аткин. Два штрафных. Заходит первый. Неплохих трехов, и моя мысль в целом точно достаточно неплохая, но в целом мимо вообще. Беляев первый. И уже... 5 очков перевес. А учитывая то, какими темпами все... Нагадкин в углу. Дальше на Баса. Бас! На Евростепе. Внутрь проникающая передача. И Беляев. Но нет. А это... Давай Сирим. Беляев! Впереди мяча. Обогнал мяч. Зайцев. Беляев. Вторая треха будет. Беляев! Два! Вторая! Вторая трёха! Хороны уже от Беляева. Редичкин, ответка. Нет, не получается. Ответка Лоев на подборе. Дальше на Маргуна. Маргун трёха! Зажимает Маргун. Чумаков. Чумаков будет бросать? Нет, тянут время. Правильно делают сейчас игроки Тигров. И Зайцев! Два очка за... Баллон, наконец, Тигров. Все броски, которые до этого не залетали, они залетают именно сейчас. Ой... И два штрафных. Ну, посмотрим, какой штраф исполняет. Первый точно. Ставит на ИСУ. На ИСА вылавливает мяч. ИСА будет треха. Три очка от ИСУ.